Ну что, ребят, всем раз их приветствую. Мы продолжаем проходить, как Сержей, видишь, спел Сержей. Мы продолжаем с тобой проходить GTA San Andreas Definitive Edition, собственно, да, трилогии там, да. И прошлая серия была довольно-таки интересненькой. Если ты ее не видел, посмотри, там вообще жесть. Там трэш, ты видишь, даже вот у нас осталось задание CJ, видишь, написано все, остальные все задания выполнены. Посмотри, где они были, это прям очень интересно. Если ты не видел прошлую серию, ссылка, во-первых, в описании находится на плейлист, полный прожитый на игры, и если с компа смотришь, там справа вверху будет подсказочка на прошлую серию и на плейлист. Если с телефона, то ниже спускаешься в описание, там будет прикрепленный видео и плейлист. Вот, а мы, собственно, Саш, поудобнее, мы, собственно, начинаем, да, сегодня будет очень интересно с серия в том плане, что мы проходим сюжетку дальше и близится финал. Вот. Поэтому, Саша, подумай, надевайте пледик обязательно. При этом пить куш, прям пить кофе, пить или пить воды, приятного просмотра. Мы, собственно, начинаем. О, так, ну, прошлой серии мы с тобой миниганчик, да? Смотри, сука, о, как хорошо, да? Она же где? Вот здесь, если ты не видел, вот здесь мы с тобой брали его. Да-да, на заметочку. Для чего? Для финала, ребят. Для финала нам он нужен. Так, ну давай, собственно, куда же нам тут? Нам с тобой тут... А, вот сюда. Да, как я доеду сюда, да? Так, включи, чтобы не затягивать хронометраж сразу же. Это что сейчас было? Ну, ладно. Ну что, ребят, мы с вами подъезжаем, собственно, к заданию. Куда ты? Ты можешь быстрее! А, то это ж трактор, ему все равно. Ну вообще пофиг, смотри, он едет и все. Вообще все равно ему. Вообще все равно, понимаешь, ему вообще пу. Да, вообще пу. Нужно туда, да, забраться с тобой. Как же мы это можем сделать с тобой? Аккуратней. Так, ну мы с тобой сейчас заберемся чуть по-другому, конечно же. Так, давай с тобой уберем сразу. Меточку. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О! Блин, ну машина вообще просто сама бросится в дрифт, смотри. О, видишь, сама бросится в дрифт. Да, да. О! А кто вообще не предвидел, что здесь такая это, яма-то? Ну ладно, хоть знак бы поставили. Так, мы с тобой уже подъехали. Что, угораешь-то? О! Давай сразу здесь сохранимся с тобой, собственно, да, чтобы, ну, на всякий случай. На всякий случай. Так. Поехали. Что же у нас здесь с заданием? Так, что за задание? Как называется? Прибытие домой. О, не настраивай, как меня не интересует. Что? А именно сейчас, слышишь? Ой, что, что за хрень? Опа. Привет, большой босс. Да вы где посмотрите, все в делах? Торино, fuck you. Almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer. Surprise? Возьми трубку. А ну-ка. Hello? Hello? Carl, ты я, красавчик. О, красавчик. Я не знаю, что произошло, они просто отпустили меня. Понятия не имею, что происходит. Но я в сквере, это против полицейского участка в торговом районе. Него не уходит, я сейчас подключу. Оки-доки. Так какому, короче, с недели ты говорил, Торино? Я просто хочу, чтобы ты встретил своего брата. Вали давай. Опа! Финал? Финал! Возвращение домой. Так, ну мы явно возьмем тут машину. Ты что, дурак, что ли? Все хорошо, что ты там, блядь, машешься и битый, блядь, знаешь? Не стоит так делать.
Вообще взял машину, блядь. Ой, блядь. Ну, сразу видно, да, что... Что за херня происходит? Что происходит, блядь? Что происходит в этой игре? Самолет просто взял, врезался в меня. Что это такое вообще? Машина врезалась, теперь самолет врезался. Что с игрой вообще? Это баги или что, не пойму. Пиз, бля, это я в шоке, ребят. Я просто, ну... Я в шоке. Такое было. Интересно. Ничего интересно. Просто с нихера, понял? Понял, с нихера просто такой, ну... Самолет просто летел, бам, нахер, машина, и все. Ну, нормально, да? Все хорошо. Просто игра что-то... Что происходит вообще в городе, блядь? Что, мы столько отсутствуем, что ли, в городе? Это что это вообще такое, блядь? Да уж, да уж. Здорово, брат. Здорово, чувак. Как оно, братало? Все нормально, чувак. Он что, двигай на новую хату. У нас теперь особняк, красавчик. Мы научили кучу дел, так что у нас все в порядке. У нас дорог введено, и вообще полный таз. Мы взялись за рэп-бизнес. Как это выглядит, новый прикид? Новый прикид? Чувак, что ты здесь за гробная хрень? Ты о чем, чувак? Все, что у меня есть, твое, ты знаешь. Так ты ничего не понял, да, Карл? Мне нужно проверить, что ты есть в районе. В этом все дело. Ты вечно делаешь вещи вместо того, чтобы быть. Слушай, чувак, в районе все развалилось, нахрен. Тебе там не место. Нет, мое место именно там. Ты сделал для нашего района? Да там, а район-то что сделал для меня? Всегда тащил меня на дно. С тех пор, как я свалил с района, жизнь наладилась. Да вот я считаю, все выбросы из гетто. Брат, ты сейчас прям как паровоз говоришь. Ладно, чё, как хочешь, я покажу тебе, что творится на районе. Поехали. Ну, что с игрой, блядь? Что с NPC, блядь, они поломаны или что, блядь? Или он настолько забаговал, что такой, все, игра не понимает, что делать. Я в шоке. О, балосы. Не купи бонды? Ой, блядь, я случайно, прошу прощения. Это байна. Да, чел, все не так, как ты хочешь. Положи транзит Nike. Поехали домой. Ты дома, парень? Убери эти гуманы. Ты не родился, черт возьми. Если Шенбал находится под кайфом, он не сможет воспользоваться его помощью. Ну поехали, чё. О, вы чё, блядь? Вы знаете, кто я, блядь? Сейчас они отсосут. Прикинь, просто взяли балл за заняли наш район. Что творится? Бить свой район? Давай. Пора. Пошел. Первую волну отразили.
Бля, прикрой от души. Встретили вторую войну. Волну. Войну, волну. Осуждаем, осуждаем. Ну шо, где они? Я вон еду на машине. Что? Опа. Ладно, поехали сюда. Повидаем Кендалл. Кендалл, можешь повидать меня прямо здесь, в своем доме. Но тут уже ничего не осталось. Я не сразу строился. Мой брат умеет заколебать. Возвращение домой! Ура! О, смотрите, опа. Опа. Так. Поехали. Сбить ног Биг Даба. Просто какая-то гладость, я слышал, ты грустишь. Так что мне подальчик от Биг Даба. Эй, стань, я тебе этим не занимаюсь. Ну давай, красавчик, ты же давай же. Тебе это понравится. Я тут и добавляю, все шишки ее бахаются. Осуждаем, блядь. Я знаю, тебе понравится. Несет все боль. Ну что ты делаешь? Суждаем. Что с тобой, парень? Ты же делаешь, разрушил весь район. Я вот хочу, чтобы она... Чего, суждаем. Слушай, красавчик, не видит тебе этого. Чего бы не знаешь? Вот это, под которым все и сводится. Давай, красавчик, затянись по полной. Дерево тебя крепко зацепит. Не понимаешь? Я, сучка, тебе мозги болят, а ты ведешь... Ведешься? Да просто иметь дело с бидапом. Что? Бидап? Мы собираем прямо сейчас все уладим. Ну вот именно, нехуй делать ей там, блядь. Вот он, райончик наш. Поехали. Да, поехали, блядь. Видишь, как долго отсутствовали мы с тобой? Долго отсутствовали мы на районе-то. А, быть точнее, на Гроув Стрит. Давно Сиджей здесь не появлялся. Эй, Бидап, открывай! Бидап! Открывай дверь, отморозок! Оу, Даба здесь нет. Он недавно переехал. Куда он делся по ногу? Эй, ты с собой руки не распускай это? Говори, придурок. Эй, у меня есть кое-что, кое-чем сам раз для тебя. Мне с дерьмо не надо. Сюда, сюда. Осуждаем, осуждаем. Слушай, придурок, выкладывай, где Бидап. И мы свалим. Он живет около Глэмпаа, его колледж стоит, там тусуется. И вот там всегда есть то, что нужно. Поехали еще. Поехали, красавчик. О, man, Glenport, part of Kilo Trey's country. Fuck it, I'm down, and that fool had it coming too long. We'll take the whole neighborhood apart. Yeah, that's wrong. Че, территорию будем забирать? Понял. На, ёпта. Куда выезжаешь-то, ёпта, не посмотрев. Иди отсюда нахуй, блядь. Где еще, блядь?
all you've given me. А вон я видел. Видел? Я видел. Поехали. Готов? Снова захватываем то же место. Ну, ту же часть района, которую захватывали до этого. Давай, давай, давай. Так вот ты бегаешь. Первую волну отразили. Погнали, где еще? Так. Ну, где сейчас будут? Вторую волну отразили. Здорово. Так. Кого? Не понял. Ладно, я понял, как надо делать. Поехали. Я понял, как надо делать, поняли? Сейчас все сделаем, сейчас все сделаем. Johnson boys rolling through. I ain't gonna say I told you so. Куда ты прыгаешь? А вон они стоят, смотри. Все дружненько. Давай, чтобы сейчас вот так поставим машину. А где? Поехали. Вот отсюда сейчас будет идти. Так, первая волна. Hey,
Поехали. Вторая. А вот так сразу сделать было. Я все отсюда еще буду идти. Вроде как. А, он там еще. Все, теперь наш район. Лежи, этот район теперь полностью наш. И бедного все нет, братан. Проверим вон тот дом. Ух ты, блядь. Это было жестко. Это очень жестко. Так, она сохрани хотя бы здесь. Да. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Красавчик просто стоит, ему похуй просто. Он так на кайфе, на чили чисто, понимаете? Да ебать, что вы, блядь, делаете? Вы серьезно? Отстань. Все, фу, успели. Эй, да нет, нет, у меня не было выбора, меня угрожали. Это босс, я думал, брат. Чем это ублюдок, парень? Я устал слушать это все. Не, прости, паровоз за всем, с которым я ехал. У него паранойя, он с дома не лазит. Думал, он, чтобы тебя забрать в бизнес. Hey, Bear, get the fuck out here! What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot them! The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? I'm tired of smoking. Bear, what the fuck you doing? I'm tired of praying. Come on, man. And I'm tired of doing your fucking housework. Oh, shit! I'm free! Man, what the fuck you do that for, man? CJ, man, come on. Yeah, yeah, come on, dude. Give me 20 bucks. Let us both see us some show. That's from the past. Это с прошлого. Ну, а прогонится, брат, я отвезу тебя в одно место, тебе понравится. Опа, я отвезу медведя, братишка. Кого? Не надо. Я никуда сам не ехал, ты чё, блядь? Бандит, что ли, блядь? Странно, ну ладно. Чё, поехали на ЕС? Снова. Почему бы и нет? Сначала мы с тобой заедем в амуницию. Ну, как раз здесь где-то должна быть рядом. Хотя у нас же там, блядь, я круги наворачиваю просто так, что ли? У нас же там, да, на районе вроде есть бронежилет и хилка вроде лежат. Да, посмотрим. Так. Вот желтый, фиолет. Что здесь делаю, блять?
Что он здесь делает вообще? А, здесь нет ничего. Ну, понятно, блядь. Дождешь. Поехали. Теперь давай поговорим, что там кто звонит. Ну ладно. Не перезвонили. Надо любить свой район, как любить свой город. Гроув навсегда. Всегда так было. И никогда ничего не изменится. Все это я уже видел. Ты так себе... Ты как себе... Привет, ага. Привет, ага. Надеюсь, что вернулись все на свои места. Пока еще нет, но вернется обязательно. Нам еще предстоит снова объединить всех в районе. Я разговаривал с этим пацаном, о самом важном. Мы говорим, что все знают, Гроув снова в игре. Смотри-ка, может, стоит предупредить коней? Ты знаешь, у меня есть и другие дела и обязанности, обязательства. Вы все ненадолго, мне нужно с ним поговорить. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin, and where it's probably going to end. And don't forget where you came from, this uppy-ass nigga. Now that ain't fair. Now that ain't fair. Now that ain't Вот как ты перечеркал все надписи на стенах, перечеркал, оскорбил твой район, а тебе как будто на все поклась. Вот это нечестно. Okay. Ладно, сделаем, как ты хочешь. Пошли. Ну, видишь, Си Джей уже серьезным стал. So you got a plan? Yeah, I got a plan. У тебя есть план, да, есть план. Okay, let's get those motherfuckers. Снова захват территории. Так, давай свой пацанов возьмем. Поехали, пацаны. Поехали. Чё? Садись. Бля, придется самим. This all you giving me? Так, поехали. Ты уйди, ёбаный ты, блядь! Ты взяли вторую волну. Ну, красавчик просто опять кайфует, видишь. Четвертый район ваш. Поехали. Поехали next.
Damn, Clubhead. What was you saying? Ух, с трех сторон аж. Красавчик. Ну то он и красавчик, да? А, ну так спрятаться, наверное, за машиной. Быстренько сгоняем за броником. О, это очень нужная тема. Они бегают там все. Поехали сюда. Зарядимся с тобой. Ну такая, видишь. Чё ты сидишь, разговариваешь, то мужик? Сидит, смотри, что-то стоит, разговаривает со мной. Такой, бля, слушай, ты там это, ты слушай. И все, блядь. Просто стоит, разговаривает со мной. Забавно выглядит. Вторую волну с собой отразили. О, появились. Ух ты, блядь! Ох-ох-ох-ох-ох. Там сидит. Это ваш район. Это было жестко на самом деле. Так, что, поехали? Еще один, да, остался нам. Стоям бы. Стой! Брат, стой. Нормально. И все? Ну ладно.
Ну ладно, ну ладно. Ты бы мог себе не усыть, то уйти из этих балласов. Значит, жёлтые их просто раскатали. I'm gonna get some sleep. I'm beat. Here, I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. Да, Джек, вообще его брат живет в прошлом, понял? Его брат живет в прошлом. Сиджей брат. Да, Сиджей увидел, ну, много чего увидел. Можно сказать, так даже умудрял, повзрослел, не знаю. И говорит, что тебе, бля, там другая жизнь есть. Нахуй тебе это нужно? Можно спокойно жить. Вот, как-то так. Засталось в моей тачке? Ребят, помните, я говорил, куда делись... Ну, помните, я говорил, что когда мы вернулись в Лос-Анс, вы узнаете, куда делись деньги. Вот в этой машине, видите, там нитро стоит, чини нитро, вот в этой машине она. Все вот в этой машине. Все вот в этой машине. Те деньги, да, лежат? Вот так вот, вот так вот. Почему бы нет? Вот, так что так, в одной серии я говорил. Просто стоят и смотрят, блядь. Так, ну что, поехали на метку Сиджей. Давайте, когда еду, так и включить, чтобы не затягивать хронометраж. Так, мы с вами уже подъехали, да, сюда? Опа. Здравствуй, Клод, милый. Я звоню тебе, что ты как сильно я тебя люблю. А с счастьем хозяйства? Ну, Каталина, это Карл. Я думаю, ты ошиблась с номером. О, прости, знаешь, так легко ошибиться. Особенно, когда любовь встать, так сожалею мне голову. Да, ну, времени нет, пока. Блять, просто... Ох, понятно. Все с ней понятно. Ну, стой, зайдем. Сохранимся, собственно, да, здесь уже. Через задание у нас. И... Пойдем дальше проходить. Так, ну что, собственно, включил, да, освещение, грубо говоря, освещение включил, чтобы было получше, да, картинку, грубо говоря, чтобы было видно, да, меня, по крайней мере, вот. А то потемнело, вот, все, не заметил. Так. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine, you can do it. For me, eh? Fucking northerners. No, Mecca, fight the urge, think of Thatcher. You know it's my time again. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. We're going to be live on the set of OG Lokes. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake-ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money. And those are my hoes! And that's my video he's shooting today! Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the knife. Yeah, that's gangster. Come on. Thatcher! I love you, Maggie! Oh, Macca! Man. You ain't right in the head, mate. Нормально. Он задолбал уже, он реально уже задолбал. Так, отвезите нас съемки видеоклипа, погнали. Let's drop in on OG Low. See if we can't interrupt that video shooting, recoup some royalties. My rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makers of a great man at your car. Saving to be spending Low's royalties. Tell me how a fake buster phony like suck-ass Low can make it in a rap game, CJ. Using fist, changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. Any fake-ass idiot can get a record deal these days. So what am I supposed to do? Dog, you got heart, you got natural style, you got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal, but only the genuine article can shake down the house. DJ, my man, you're a natural manager. What's your problem, homie?
Ну и слип-стрим, слип-стрим, смотришь? Так, мы уже с вами подъезжаем на задание. Okay, you fucking phonies! Some bitch! Give me my rhyme book! Give me back my chain! Give me back my hose! He busting out! Come on, dog, let's get it! Не дам, Вуси, не дам. Stay away from me! Ну что, мы друзья? Get yesterday's news. Just want low. LOC. А вы его догнать-то? На этой лодке вашей. Стоям бы, ёпта. Паркуемся. К обочине. Охуенно. Плохо поводить бы нём. Он нас ждет, все хорошо. Паркуемся. Алло. Лодка. Лодка белая. Белая лодка. Паркуемся у обочины. Очень на этих картинках. За догонялки что ли играем или что? Стой! Паркуемся! Карцем спереди, паркуемся! У обочины! Нам вот снова нужно его догонять, окей. Все кончится с вами обоими, да конечно, блядь. Стоям, ёбаный, блядь. Да куда ты едешь, дура, блядь? Купили все права здесь в этом городе, блядь, и ездят нахуй, довольствуются. Опа! Ну, паркуемся. У обочины паркуемся, останавливаемся у обочины, алё. Карден спереди, паркуемся у обочины. Алло, Михалыч. Картинг, едем по такому-то району, да. Едем, да. Надо остановить, конечно. Давай, план перехват, да, да, готовь, готовь. Ну, мы сейчас будем в милях, несколько милях от этого, блядь. От починки авто, да, 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 да. Покраски, да, да, да. Так, мы направо, да, да, да. Около парикмахерской, да, оцепляй все, да, оцепляй.
района. Да. Все, давай. План переход готовим. Все. Принял. Прям принял. Паркуем, все, обочина. Картинг. Бля, куда он, ебаный? Картинг, блядь, спереди, паркуем все обочины. О. Ты жулик. Ничего не могу делать, чувак. Слушай, Джеффри, ты был, ну, значит, чонок. Ты кинул меня и моего брата. Ты же артист. Все мы делаем, что правда. Ты не артист, ты халявщик. Ты подделка. Это жулик. Мистер Кекс, я Джимми Сильверман. Так, спокойно, я его менеджер, если хотите поговорить со мной. Ну ладно, рад познакомиться, джентльмены. Я поговорю, мне нужны хиты, настоящие хиты. Тебе что раз этого парня? Это жулик. У меня огромное желание таскать его по судам. Элло, притащи-ка нам чего-нибудь. Excuse me, gangster. I don't think so. Даже не думаю. Get out of here. Don't be pushing me. Don't be pushing me. Ну так вот. Могли. Так, ну что, давай сразу же next проходим. Сразу next едем проходить. О, ну такая довольно-таки легкая была мысль, легкая. Ну правда, типа. По сравнению, блин, со школой, где самолет, надо, хочу чисто на самолете летать. Конечно, да, это было легче простого. Легче легкого. Так. Ну мы уже близимся к финалу, я уверен. Либо в этой серии уже финал будет, либо в следующей. Бля, опять яма! Да знаки поставьте его, ё-моё! Смотри, он отцелочный, ё-моё. Интересно. Может, сохранимся сразу же, да? Скажешь, зачем? Тут же, ну, автосохранение, блин, работает. Ну, знаете, на всякий случай. Привычка просто осталась, знаете, привычка осталась со старых игр, когда проходишь, всегда надо сохраняться, всегда. Беспорядки. О, все собрались, hey, мы. Эй, потише. Давай, задрочили уже нафиг. Все, леди Пуласки, Фрэнк Темпани. Сотрудники подразделения по совместной охране порядка. Были обвинены в вымогательстве. Коррупция, торговля, а? И сексуальное вымогательство. О, осуждаем, смотри. Сами напросились. Из-за этого он идет на заявку, я ему потерял. Осуждаем. Который угрожал дать против них показания, который был найден... О, осуждаем. Оставь цель Пуласки, по-видимому, в бегах. Погоди-ка, они выходят из зала суда. Это не вынос Пуласки явно... На недостатка улик против моего клиента. Окружной прокурор вынес решение снять все обвинения. Что? Не вирусу в системе доверять нельзя, чувак. Нужно решение совершенно беспрецедентно. Просудие не существует. Ой, вот, мне кучу раз... Осуждаю. Сегодня Лос-Анджелес вскипит. В моем районе никто беспредельничать не будет. Я что, в этом не уверен, парень? Смотри, весь город встал на уши. Мне это реально злоубало. Не сами не знают, чего хотят. Нас всех используют. Видишь, парень? Всегда одно и то же. Системы власти разлагаются. Слушай, я бы обещал, что мы зачем район. Не знаю, там мы летали... Физа, не успел. Финал? Да ну, это финал? Финал? Это реально дерьмовый чувак. Да, мы сами разберемся с этим. Ну, просто едем. No
job like Tenpenny, stay on the streets. Man, I don't know. Just the way shit stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down on ourselves. We will, sweet. Ух, как красиво сейчас было, да? Красиво, красиво, красиво. Да ё-моё, куда ты лезешь? Ну, какой-то там свой личный разговор был. Ну ладно. Мне кажется, сейчас это вместе следующее и все. Финал. Броник, смотри, броник уронил, что? О, менты. Смотри, все бегают. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most of the Simpsons gonna have new TV. Look at him, like I'ma gather up some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'ma check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Так, ну что, let's go, сохраняемся и, собственно, мы в телеке. Что творится вообще реально? Ну, прикольно сделали, хорошо. Но что творение, это вообще жесть. Так, let's go, чё? Мне кажется, финал, мне кажется, это финал. Сразу погнали. Опа. Лос Деспирадос. Никто не позволит загубить дроин, слышишь? Никому, ладно, еще увидимся. Как дела? Мы уже почти взяли район под контроль. Съезжает все равно, чувак. Ну, знаю, чувак, знаю. С тех пор, как тебя закрылись, ты видимо ради себя перекидал. Что? Ты делал это для себя. Не для семьи. Бля, прошу прощения, ребят. Прошу прощения. Получай на жалобу. Is that all? All right, давайте, давайте заново загружу. Так будет правильно. Так будет правильно. Погнали. Так. Да, прикройте все чудом. И никому не позволю убить троим, слышишь? Никому. Ладно, еще увидимся. Как дела? Мы почти взяли район под контроль. CJ, это все равно, чувак. Я знаю, чувак, я знаю. С тех пор, как тебя закрыли, я столько делал ради семьи приглядал. Что? Ты делал это для себя? Не ради семьи. Давай не буду тебя полосмяхим, нигер. Нигер, все уже. Слушай, когда ты... Что? Когда ты прежде себя вести, как будто что? Ты должен трепаться о том, что я сделал так. Позволь, что? Когда Кендеру нужно было купить туфли, я пошел добыл. Пока ты прохлаждался в университете и занимаешься своими делами. Целых 5 лет, чувак. Хотя нам для... Бля, конечно, не успеваю, я заебал. А! Man, I need your help. Man, I'm kind of busy right now. Family shit. Пришла пора и теперь помочь моим корешам. Моя броня тоже бардак. Мне нужно что-то на замке. All right, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. All right, I hear you. I got your back. Come on, let's roll. Orale, the video's coming back. Okay, so what's the plan? Okay, мы сейчас снимаем мои нейтралы со станции Unity. Ты же сыграл? Ладно, я прилегу к этому делу парочку ребят из семьи. Sure thing, CJ. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, homie. Those vagos, man. I'm gonna cut those cacos. Raspalo hasta el hueso. Hey, carnales. What's cracking, homes? Cesar. And you must be CJ. Должно быть Cesar. Вот, ты должно быть Cesar, блядь.
Салат, что ли? Ты говоришь, что ты свой. Так что все пучком, братан. Не, что давай заводом надо провести жилье троем. Где сочачал, то дырыш. Учался. Hasta la muerte! Hasta la muerte! Угу. Поехали. Ну, благо, что просто сидите, смотрите. Ну, чё, просто забаговался нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ебать тут. Ебать, ты посмотри, дядь. Да уйди ты нахуй отсюда, блядь. Угу. Пашка еще больше увеличилась, прикинь. Мостовый где-то здесь был. Куда-то убежал. Это были чистые точки. А вот мы направляем. А теперь мы направляем змеи на новую. Будет турнир, часть всего у вас запасить. Небольшая сюрприза. Санни. Санни. Даже гандомет. Смотри вокруг себя. Здесь вокруг охочен. О, осуждаю. Ну, у него вообще не проходит, что ли? У него анимация, блядь. Ну, конечно, реализм охуенный просто, блядь. Вообще, как просто анимация, по-моему, не проходит вообще урон. Классно сделали. Shit, Hazer! He's pretty bad. Caesar! Watch it there! More Vagos! They're coming over the walls! Вагосы. Опять не проходит урон, да ты смеешься, что ли, игра? Let's fucking finish this! I'm with you, man. Let's take these punks. Find a new home, assholes! Vagos on this hood! Torch those Aztecas! Теперь надо гранатометчику. Вон того чела. Бля, чё, ты будешь стоять или что? Порядок это последний. Как там Хайзер? Нам нужно отвезти его в больницу. Я его отвезу. Ты сделал больше, чем нужно. Теперь можешь вернуться в Россию. Ладно, увидимся после того, как все разгребем. Спасибо, Джинджи, и удачи тебе, друг мой. Взаимно.
взаимно. Что, блядь? Вы что, угораете, блядь? Прикинь, по мне начал смолять, что дурачок, что совсем? Бля. Слышь, нахуй. Взял сюда, ёпта. Иди сюда, ты, бля, предатель ебаный. Так, что у нас? Все, что ли? Больше нет миссий? Серьезно? Really? Ну, поехали за ним, знаешь, куда? В эту амуницию, да. Купим кое-что. А, у нас же точно, у нас же город весь этот паника. Зайди! Нормально, я считал еще охуенно. У меня анимация была. Хорошая игра, я считаю, хорошая игра. Очень хорошая игра, слушайте. Суперская прям. Сказал, суперская игра, реально. Суперская, молодец. Rockstar, что сделали это? Молодец. Молодцы, молодцы. Что не исправили баги ни хрена. Молодцы, молодцы. Молодцы, 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 молодцы. Have fun. There are cultists everywhere, friend. Давай. Да вы ебнулись, блядь. Кого вы стреляете, ёпта? Сука, уйди нахрен. Нара-нара-нара-най, нара-нара-нара. Опа, нахуй. Смотри, что умею. Смотришь? Бля, охуенно. Пиздата. Потратил на бронежилет, блядь. Бронежилет уже ушел. Пиздата, блядь. Натуре классно. Только не говори, что мне надо ехать на доллар вот этот и выполнять задание там. Я не поверю, блин. Я не поверю. 3 звезды просто. Добрый вечер. Так. О! Как дела, брат? Сижи, я тут произносил. Ну, он, конечно, большой, не столько же. Кто-то наверняка знает, где скрывается провоз. Но пока с ним взрослый на улице не рулит. У него деньги перешли. А? Что ты думал? Ну, давай побался с Вагасом всеми силами. Нужно нанести удар по каждому району. Если по-другому никак, то я делю. Ты сюда сразу взял по улице, куда чего там? Тебе, братишка. А, понял. Заходить нужно на территорию. Ну подожди, сейчас мы съездим. Ёпта, смотри, что ты сделал. Ёпта, творится. Трэш, полный трэш. Да, просто трэш какой-то творится на улицах. Да уж. Я снова к тебе, мужик. Да, 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 мне с бронежилетом. Да все, все. Поехали на задание. Просто, блядь, старитель друг с другом пиздится, ёпт. Ну, челики просто на ходу выходят. Опа! Странная тема, очень странная. Ну все, иди в пизду. Иди в пизду. Все, пока, пока, пока. Так, сохранимся сразу. На финал, ребят, на финал, на финал.
Так, ну let's go, чё? Ну давай тогда на этом закончим с тобой, собственно, да? Я, наверное, за кадром это все сделаю. Спасибо за просмотр, только если рекомендую, в принципе, все, ребята, увидимся в следующих сериях. Давайте.